Всем здравствуйте! Сейчас мы находимся на монументе мужества, памятник землетрясению. Доехали до парка Абдулла Кадыри, но здесь мы развернемся и опять поедем по улице Абая, потому что я еще раз хочу вам показать именно вот красоту этой улицы весной. Приезжаем с вами Ганга, это всем известная магазин Ганга. Здесь наш главный налоговый.
кичкене чилик кайтып алдым. Мы с вами поднялись на мост, мост, который на Урде находится. Внизу здесь есть ресторанчик, который вот летний, летом он особенно работает. Уже открыт, видите? И вокруг здесь очень парковая зона. Кстати, рестораны здесь находятся по обе стороны этого моста внизу, поэтому в летнее время советую всем прогуляться здесь. Очень красиво. Находится знаменитое кафе «Централ». Мы его сейчас будем проезжать. С правой стороны он находится. И сейчас он называется «Плов». Это кафе. Раньше это было кафе «Централ», сейчас кафе «Плов». Прогулка сегодня по улице Абая.